Найти работу по специальности, получать большие стипендии, иметь льготный проезд. Все это общее желание студентов. Громко заявить о них решили несколько десятков человек из вузов областного центра. Они вышли на митинг, чтобы привлечь внимание к проблемам высшей школы. То, что их немало, очевидно. За последние годы расформировано несколько учебных заведений, поэтому сейчас так важно, чтобы голоса студентов были услышаны.